Всем привет! Мы наконец-то добрались до Вроцлава, одного из самых красивых городов Польши. Это город мостов, гномов и удивительной архитектуры. Приехали в центр Вроцлава погулять и покушать, но оказывается, что сегодня у них выходной и закрыты все магазины, все кафешки. Мы остались без еды практически. Вот. Сейчас пойдем искать что-то, какую-то кафешку нормальную, потому что открыт только Макдональдс, Бургер Кинг, не очень бы хотелось есть эту гадость. Сейчас находимся на площади рынок, и за моей спиной находится ратуша с часами. Этим часам больше 500 лет. Красота! А домик как из пряников. Только покушать бы! Вроцлаве преследуют телевидение. Мы живем на остановке, как она называется, радио и телебачение? Мы живем на остановке, которая называется радио и телебачение, и там находится телекомпания. А сейчас мы гуляем и встретили вот такую машинку, ТВН-24, новости, наверное, снимают. Это передвижная телестудия, о таких машинках мы можем только мечтать. Интересно, как на меня люди смотрят? Или им все равно? Невероятно красив в любое время суток. Весь день мы гуляли по его улочкам, впитывали атмосферу города, но по-настоящему Вроцлав покорил нас вечером, когда на город падал пушистый снег. Это волшебное ощущение праздника. Мы как будто перенеслись в какую-то добрую рождественскую сказку. Красота! Это не последнее видео из Вроцлава. Впереди еще много интересного, так что подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки.
Где надо нажать кнопку? Где кнопку нажать?